Нельзя проносить. Я не даю комментариев. Комментариев не дают, но проносить нельзя, насколько мы знаем, еду, напитки, какие-то опасные предметы, животных в то же время. Если вы хотите знать, что нельзя проносить, вот, пожалуйста, есть. Есть табличка. Они выполняют свои функциональные обязанности. Выбачаюсь. Вы, пожалуйста, не хорошо, мы не заражаем. Дякую. Я выбачаюсь. Вы тоже выбачаете. А сейчас мы идем, уже прошли, получается, металлоискатели, и идем к фестивалю. Вот такой вот длинный вход. Собственно, он такой же, как и в прошлом году. Там нас тоже ждет очередь, кстати. Ну, мы сейчас узнаем. По идее, прессу пускают вот по таким браслетам без очереди. Но простому смертному... Проходите. Ой, в этом году браслеты наконец-то пластиковые. Они синенькие. И наконец. Отлично. Очень нравится. 100 лет не стоял в очереди. Обалденно. Собственно говоря, давайте посмотрим, как у нас тут. Это VIP-браслеты, они синие, а фан-браслеты, они оранжевые. А у нас вообще. Это тоже. Преодолев множество баррикад, я бы так назвала, несколько этапов прохождения на фестиваль, мы зашли непосредственно на территорию, где проводится M-Fest. Людей очень много, здесь очень интересно, здесь есть даже аттракцион. Вот посмотрите, пожалуйста, какой веселый аттракцион. Он, наверное, платный, и мы обязательно вам расскажем, сколько он стоит. Собственно говоря, мы вам много-много чего расскажем еще сегодня. Очередь здесь уже не такая большая.